Иван Напыльников на гитаре. Дима Богачков. Правильно? Богачков? Богачков! Дима Богачков на ударных. И Лиза Карманова. На чем? Кто знает, как называется этот инструмент? Дети, как знают, называется этот инструмент? Ну, может быть, барабаны? Бас-гитара? Гитара. Это обычная, ну, она не обычная, это вестерн-гитара. Вот. И на клавишах Александр Симонов, он же барабанщик. Давайте поаплодируем. Песня очень крутая, и я отдельно хотел сказать, конечно же, о Диме Богачкове. Дима, ты красавчик. И он вышел когда на сцену в складе. Папа, скажите, сколько было Диме лет, когда он впервые вышел на сцену как барабанщик? 9 лет было ему в том году, и он вышел на сцену. Мы будем как-то поддерживать его в этом чудесном. Вот, и у меня еще нет ни одной фотки с Димой. И я надеюсь, если родители позволят, я обязательно получу, потому что мне вот важно зафиксироваться. Потому что я знаю, что он будет будущая звезда, поэтому я сфоткаюсь с ним, а потом, ну и выложу себя в инстаграм.